погорела, все вода надоела. Сегодня прекрасный день. Сегодня мы все отдыхаем здорово и здорово. Сегодня светит солнышко. Сегодня куча праздников у нас. Во-первых, давайте все друг другу скажем спасибо и всех попросим друг друга прощения, что я прощен в воскресенье. Давайте мы сегодня у нас окончание зимы. И мы можем сегодня сказать мне спасибо и оставить все то, что нам не нужно в зиме. И взять с собой весну, все, что мы хотим. Ведь весна – это рассвет. Весна – это открытие пути. Давайте мы в весну зайдем с радостью, с улыбкой на лице, с солнцем, светящим внутри нас. Давайте, чтобы весна нам дарила улыбки, радость, хорошее настроение, чтобы такие праздники нас сближали и делали нас сильнее и единее. С завтрашнего дня начинается пост. Это тоже прекрасное мероприятие, которое очищает нас, очищает наше тело, наш разум. Вот. Я всех хочу с этими праздниками поздравить. Пожелать вам счастья, здоровья, чтобы семьи ваши были крепкими, большими, чтобы вы были радостны и доброго вам пути в этом году, весне, мир вам и вашему дому. Спасибо.